Привет Самоделкиным. Коротенький ролик, опять же. Постараюсь, буду краток, но начну издалека. Переделываю свой вал вибратора эксцентриковый. Значит, были у меня вот такие вот штучки, как многие писали, замочки, хомуты от сельхозтехники. Теперь, значит, я взял вал другой, на 25 он внутри. Ну, сборный такой вал из этого самого, из статора выпрессовал. И вот сюда его пристраиваю. Места мало. Тут шкив. Тут тоже вал абы какой. Точенный, переточенный. Сверленный, пересверленный. Но решил сделать вот так. Труба 110. Наружный диаметр. Но толстостенная. 6 миллиметров. Вот так я ее приварил. Тут просверлил, приварил и внутри. Ну, может, внутри не обязательно было, но фиг с ней. Вес в ней примерно 1,5 килограмма. И грузики, четверки пластины. Ну, вот так вот набрал, какие были, напилил там. Вместе с болтами на 10, у них вес 500 грамм. Ну, то есть, общая масса получается, грубо говоря, 2 килограмма. Но я уже пробовал его, говорю, забегая вперед, так потом соберу все по пути, покажу. Это просто так вот один из вариантов. Тут вот так одеть трубу, и как бы так более безопасно получается. Ничего, даже если оторвется сварка, то она никуда не улетит, потому что вал ей не даст. Ну и вот так вот немножко, конечно, неудобно туда подлазить, ставить грузики, но небось не каждый день, и, как говорится, по мере случая. Но я вот все сразу, я сначала попробовал без грузиков, потом с грузиками. Ну, сейчас зима, непонятно, земля мерзлая. Вроде бы чего-то там трамбует. Еще чем хороша труба, то есть когда места мало, конечно, лучше, чтобы радиус был поменьше, наверное, у эксцентрика. То есть тут радиус получается, грубо говоря, если труба 110-я, минус 12, ну, почти 100 миллиметров радиус получается. Это, наверное, много. Ну, вроде бы ничего. Труднее раскручивать, наверное. Но если делать просто пластину приварить, то она будет загребать воздух. Не стоит об этом забывать тоже, как бы, аэродинамика. Ну, и, наверное, издавать такой звук. Тут вроде бы получается обтекатель. Как бы сама труба, она вроде бы должна мягко идти по воздуху. Ну, грубо говоря, тут примерно движок тысячник, там шкив побольше, тут 1500 оборотов. Ну, вот когда все соберу, вот так вот тогда и сделаю. Ну, вот такой вот вариант. Вот такой вариант эксцентрика. Вроде бы безопасный, безобидный и, по-моему, самый простой. Ну, все, как так, коротенечко. Ну все, будут испытания, тогда сниму еще один ролик.